Всем привет, ребята! Меня зовут Виктор, и мы сегодня будем играть в Dying Light. Знаю, что вы ждали, когда я снова продолжу снимать видео по этой игрушке. Только сегодня мы будем играть уже не просто в Dying Light, а Dying Light — дополнение Following. Создаем новую игру, выбираем сложность трудно. Кошмар я не буду выбирать, только для опытных выживших. Конечно, я опытный выживший. Я в первой части смог выжить. Во мне, если я не смогу удовлетвориться в одном, я дам себе волю в ином. Франкенштейн. Нет, не надо, прошу, не заставляй меня. Значит, он рассказывал о волшебстве и привлеченных зомби. Он рассказывал о людях, которые не заражаются, даже если их укусят. Придумали такое, говорят. Мы нашли у него эту карту. Похоже на выход из Харана. У нас заканчивается антизем. Мы должны цепляться за любую возможность. Мы не можем больше ждать. А больше ждать и не нужно. Ведь я пришел вас спасти. Нет, не суйся туда, не суйся туда. Ты не понимаешь, Матерь. Пригород. Ребята подобрали тяжело раненого мужчину. Он бредит о каких-то людях с иммунитетом к вирусу. У него была карта с выходами из Харана. Заболевших становится все больше, а антизин уже на исходе. Исследования Камдена пока результатов не приносят. Приходится цепляться за каждую соломинку. Ну давай, посмотрим, что у вас тут за соломинка. Пистоль с глушаком. И без патронов, да? Зачем ты мне тогда нужен? Чё здесь столько шума-то? Чё, неужели надо идти прямо? Вот так вот просто? Просто идти прямо? А, да? Хер-то там. Ой, да жизнь ты такой там, блядь. Чё, прыжок веры? И надежды, да? Прыжок веры и надежды. И чё? Тут, в принципе, что с одной, что с другой стороны, да, можно, наверное, забраться. Чё, опять? Я думал, в эту жижу придется прыгать. Что-то как фаркраевские пещеры какие-то, блин. Все. Аллилуйя, я на поверхности. Лена, как слышно? Крен, черт, связь прерывается. Слушай, твой одноглазый чокнутый пациент говорил правду. Выход действительно есть. Вдруг его рассказ о людях, которые не обращаются, тоже правда. Кайло, он умер этим утром, болезнь забрала его. Боюсь, тебе придется все выяснить самому. Найти кого-нибудь, кто больше знает об этом слухе. Лена! Чёртовы горы. Точняк. Сука, ты стоишь на поверхности открытой. Какие горы? Чё ты мне тут рассказываешь? Горы, блядь. Наверху горы стоит, еще говорит, чёртовы горы. Так, а чё там теперь остается? А... блядь, чё я раскашлялся-то? Нам остается теперь только взять разбег, да? Оп. Оп.
Так, а здесь что? Там деревце какое-то, ёб твою мать. Еще и по деревцам, да? Сейчас куда? Сюда. А, ё-моё, блин, тут уступ. Подожди, я что-то в какую-то игрушку играл. Вот как что-то мне вот совсем недавно. И мне это прям что-то напоминает очень сильно. Так, и что, я здесь? А куда тут лететь-то? Куда прыгать, непонятно. Что-то малость. Непонятно. А может вот так вот можно? Слушай, я и забыл, что ты так ползать-то умеешь. Точно, блин. Все. Теперь вот сюда, да? Оп. Теперь мы как... О, блядь, отсюда бы прыжок веры сделать. Да я боюсь, что я хер до туда долечу. Так, а ты все на дереве стоишь, нет? А? Ой-ой-ой-ой. Сейчас оно хрустнет и... упадет. Ебать, луга, поля. Так, ну отсюда-то уже можно прыжок веры, да, сделать? Или тут надо обязательно... Похоже, нет, да? Похоже, нет. Кавабанга! Все, да? Я выбрался. Все, я прошел фоллоуинг. Так, я прошел фоллоуинг или нет? То есть это не все дополнение выбраться было из пещеры, да, и найти дорогу. То есть там что-то еще-то будет. Ну окей. Так, охотничья вышка. И что мне сейчас счастье? На кого мне тут охотиться? Что-то зомбаков пока не видно, все дохлые. Тут, похоже, уже всех перебили, да? То есть мне тут даже не это. Так, а я с каким этим рангом? А, тут теперь вот это, да? А вот это навыки. Навыки будут качаться, да? Должны качаться вроде. Может, на фулку качнемся здесь? Хер его знает, как у нас тут сложится. Так, путь. Карта-то. Карта. Не показывает расстояние еще. Еще расстояние не показывает. Ну давай. Шим, че тут у тебя есть вышка? Одна отмычка. Все, что осталось от былой роскоши. Эх. Давай сделаем, что нам. Что мы же можем отмычек там нахерачить. Отмычек. Блять, вороны каркают. Ну, мне же хватит 8 отмычек, чтобы это... А, ты по 5 их делаешь, я и забыл. Острый серп. Чертеж пламенеющая заточка. Хорошо. А, вон они, друганы. Ох, сколько тут друзей-то. Друзья, подруги. Все здесь, да, в округе? А Стас, Пьеха и Дюша Метелкин здесь? Турбо. О, Турбо. Место выглядит обжитым. Так, а ты кто? Отлично. Я ж на крышу запрыгнул. Чего тебе? Хочу поговорить с главным. Я из Харана. О, контрабандист. Работаешь на это жилье? Не знаю никаких контрабандистов. Я пришел потому, что мне нужна помощь. Ищи Джессира. Но запомни, украдешь что-нибудь, останешься без рук.
нахер вы мне нужны тут, красть у вас тут что-то. Не, вообще отлично, да, то есть на крышу запрыгнул, внизу оказался. Чудесная телепортация. Так, а где Джасир-то? Красть. Я за тобой слежу, приятель. Да? Полад. Я ничего не знаю. Не подскажешь найти того, кто знает что-нибудь? Ищи Джазира, он должен быть в амбаре. Парадайз. Рай. Так, ты... Бурак. Что-то нужно? Ты здесь главный, мне нужна помощь. Тебе к Джасиру. Больше ты с ними не увидишься, ты слышишь? Папа, пожалуйста, давай все обсудим. Нет и нет. Конец базара. Ладно, пока. Стой, крошка, стой, стой, стой. Зэсги, стой, Эсги. Ну-ка, Эсги. Че ты там? Присела? Прости. Умоляю, не сейчас. О, да, умоляй меня, детка. Че, все? На этом твои мольбы закончены? Простите за вторжение, но я ищу Джасира. Я Джасир. Ищешь еду? У нас осталось только хлеб. Нет, еда мне не нужна. Я из Харана, я пришел сюда, потому что слышал, что местных иммунитет к вирусу. Что они не обращаются, даже если их укусят. О, и кто тебе это сказал? К сожалению, этот человек уже мертв. А можешь с тем же успехом спросить его, я тебе ничего нового не скажу. Проклятие, почему никто не хочет мне помочь? Вирус овладел городом. Здесь тебе не место. Но ты еще жив. Возьми хлеб, друг мой, возвращайся в Харан. Ладно. Лена, это Крым, как слышно. Гребаная пустошь. Эй, да, ты сюда. Давай, подходи ближе, я не кусаюсь. Не бойся, не такой, как все эти полоумные. Да это я о вас говорю, психи чертовы. Ты не один из них. Тогда почему тебя пытаются тебя прогнать? Потому что кроме хлеба я продаю еще много всякой фигни. Кстати, меня зовут Кан. Кайл Крейн. Слушай, ты ведь из Харана, да? Думаю, ты встречал моего друга, у которого проблемы со зрением. Ты имеешь в виду одноглазого парня? В точку. Малышку, вот как у него дела? Ну, он погиб. Что ж, чертовски жаль. Но не скажу, что я удивлен. Может, ты мне поможешь? Курт говорил, что у местных иммунитет к вирусу. Знаешь что-нибудь об этом? Знаешь, я и правда не видел, чтобы местные обращались. Чертовы шизики. Это секта. Ей руководит женщина, которую они называют матерью. Раньше это была просто безобидная местная традиция. Никто не принимал ее всерьез. А теперь они просто помешались. Все началось с эпидемии. Так, корябают везде свои символы, проводят дурацкие ритуалы. Думаю, они еще даже молятся. Но почему они не обращаются? Ведь все сидят на антизине. Слушай, мне теперь нужен новый человек. И раз уж я бизнесмен, давай договоримся. Станем партнерами. Ты и я. Слушай, хотел что-то купить, приятель? Ага. Уроды. И о каком партнерстве речь? Ну, тебе нужна информация, мне нужен Курт. Раз уж Курт сгинул клонки, нужен... А, я покажу тебе кое-что интересное, но сначала нам нужно раздобыть колеса. Тебе нужна машина здесь, и где же мне ее искать? На твоем месте я бы заглянул на соседнюю ферму. И сделай все по-тихому, ладно? Поищите машину на соседней ферме. Ну, я, конечно, поищу. Так, ты бурак. Я правда не могу помочь. Кто бы сомневался. Мы не разговариваем с чужаками. Да, ладно. Так, а ты чё, ты хоть разговариваешь? Прошу тебя, лучше уйти. Лучше уйти. Так, а ты? Ты вообще не активный. И чё, я тут со всеми, с кем можно было, пообщался, что ли?
ты не открываешься тут. Тут есть с кем поговорить, может там какая сразу задание будет еще. Вот тут Зета это сидит. Обиженка. Так, чё, пока вы меня, значит, никуда не пускаете, да? Все ясно. Каан и Авель. Выключить нахер. Если не хотите меня никуда пускать, значит, и музыку я вам не дам слушать. Соседняя ферма. Сколько тут? Чистая зона. А чё ты? Подожди. А, вот, блядь, я опять туплю. Чё, давай вот тут пробежимся. Сколько у вас тут? Ух, сколько тут наживки-то прям. Опа. Расстояния-то какие огромные. Да, забыл сказать. Без оружия туда лучше не соваться. На ферме обосновались бандиты. А, да? Стой, что? Ты забыл сказать мне это? Они ведь как блохи, хрен избавишься. Да, с тобой, похоже, не соскучишься. А, не паникуй, справишься. Слушай, меня ждут покупатели. Дай знать, когда раздобудешь машину. Слушай, а чё он так мало это шатается-то там, бляха-муха? Или это потому, что я по нему ходил? Ну... Нет, у меня такое чувство, что там кто-то сидит. Тот, кому бы я с удовольствием из лука в голову настрелял. Но он, падла, закрыт. Давай вагоны проверим. Может... Так, тут какая-то херня. И тут тоже. Ничего... Блин, а как бы мне в тот вагон-то попасть закрытый? Здесь надо обходить с той стороны. Я понимаю, сколько тут... А, все, вагоны закончились. Вагоны закончились. Не, ну ты, конечно, красавчик, сказал мне, говорит, тут без оружия. Ну, хотя с другой-то стороны. Что бы изменилось от того, если бы он мне сразу сказал, да? Я что, не пошел бы туда, что ли? Конечно, пошел бы. Это ж, блядь, по квесту надо идти, поэтому... Хер его. Хер его знает. Сука, столько ж... Нет, открыть я тебя не хочу. Я хочу вот это открыть. Как? Сверху не пролезьте. О! Отличненько. Давай мы тогда ловкость. Ловкость раз есть. Так, что тут можно сделать с ловкостью? Кидать, бросать, швырять, пинать. Давай вот эту вот возьмем. Че, у меня ловкость 16 уровня только. Я ловкач 16-уровнево. 16-уровневый ловкач. Ну, сколько? 100 метров. Ёб, красоты опять. Ну, здесь и расстояние. О, тачка стоит. Так, слушай, а я же... Я же крутой пацан. Я вам... Хуяк. Так, ты зомбела. Ты зомбела. Этот такой... Что случилось, хер пойми, да? Сука, у меня патронов мало, ты еще скачешь. Как вша какая-то там. Стоямба. Ну что... Стоп, я не понял, что произошло. Это кто? Ты что ли? Что происходит? Я не понял вообще. Что происходит?
Ребят, вы думаете, я с вами тут шутить собрался, что ли? А? Я пришел вас всех убить. Блин, перезаряжаться вовремя надо. Патронов не осталось нихера. Блин, я ж могу читерство использовать, я и забыл про это совсем. 4G можно здесь. Ёптать мать, а чё вы не отражаетесь-то никто? Блять, откуда вы стреляете-то? А, вон, сука ты. Тварина конченая. Блять, патроны закончились. Так, а тут я этого... А какого хера ты у меня? Во, сюда. Что там кто где, блядь? О. Все, пиздец. Да уж. Что-то не разогрелся я. Что-то я не разогрелся. Так, это я где? А, ну это я здесь. А, ну то есть я мог с охотничьей вышки туда залететь, да? Давай мы тогда сейчас. А вот интересно, я машину смогну, смогу ли я угнать машину? Смогу ли я угнать машину? Без палева. А? Не, ну про без палева это вообще не про меня. Я хочу их сейчас теперь уничтожить всех. Всех этих нехороших. Блин, тут вот не... Я их что, уже всех уничтожил? Почему их не видно? Может, так будет видно? Нет, вон кто-то ходит. Кто-то там вон видел кого-то я. А, блять, вон тут. Тут же по карте видно, где кто, блин. Чё ты такой тупенький? Ну? Всё, что ли? Сука, у меня 2 патрона. Всё. Так, а чё у тебя тут за это? За винтовка. А, инвентарь заполнен. Отлично, как всегда, у меня заполнен инвентарь. Так, ну что, мне надо собрать сейчас все патроны здесь. По-моему, все, всех, да, я тут помотал. Давай. Не спеша прогуляемся, посмотрим, что здесь как. Что здесь можно стащить? Чего здесь стащить нельзя, да? Марля. Музлон-то такой прям. Тут.
Средневековый длинный меч. И чья-то голова с плеч. Бухлишка. Да. А здесь какие-нибудь, интересно, тоже есть эти секретки там, да? Что-нибудь типа как статуэтки там были. Сука, что же вы все заперто-то, а? Что же за херня-то все заперто, да заперто? Прям... прям какой-то парадокс. Не. Зеленое говнище я поднимать не буду, потому что у меня всяких металлических запчастей так хватает. Кто же марлю сюда прячет? Да ёб твою. Слушай, что это за пурга-то такая? Все позакрыли от меня. Они, если что, путня сюда спрятали, то что закрыли? А? Нихера путнего. Только закрыли, да? 5-5. Марля, трудно. И это, да. Блять, вот. Короче, я не буду нахер тратить время на открывание вот этих вот. Вероятность того, что мне тут какая-то оранжевая выпадет. Еще минимальная там, да? Пистолет, патроны, то есть по дамагу что-то круче пистолета, патрона, то есть уже не будет. В любом случае. И бутылка рома. Так, ладно, а зачем тебе... зачем автомат-то тебе? Ты же уже всех убил. А против зомбаков автомат использовать? Так, стоп, подожди, мне надо убедиться, что ты заряжен. Надо тебя на фулку зарядить сперва. И убрать. Не, я так быстро отсюда не уйду. Мне сперва надо облутать здесь все. Я же где-то еще тут убивал. Где-то еще патроны должны быть. Опа. А тут стена, да, разломана. Туда сильно не это. Не ходить. А здесь что, взять нечего? И даже в шкафу. Вот так, так. Ух ты, подвальчик. Давай спустимся. В подвале должна быть какая-нибудь интересная штуковина. Какой-нибудь чертежик. Какая-нибудь мошарушка прикольная лежать. Ну хоть что-нибудь, ё-моё. Хоть что-нибудь. Сука, сделать такой классный погреб. И туда ничего не положить. Сука, ваша шутка удалась, разработчики. В доме вообще хоть что-нибудь где-нибудь есть? Что за бред-то вообще полнейший? Пойдем хоть, может, наверху повезет. Что за бредятина-то? Слушай, вообще нихера нету. Свет выключи нахер. Да. Так, по-моему, осталось теперь только вот это вот исследовать. Да? Что-то крутой какой-то. Силос. Может, здесь что есть? Деталь подвески. Хорошо. Но вот это нифига не хорошо. Сука, ты зачем шумишь-то? Ты зачем шумишь?
Пекарь. Ну-ка давай глянем, что за пекарь. Пекарь, вот. Третий огонь, да? Ну, третий уровень это уже что-то. Третий уровень. Нормальный сундук. Блин, сказал же, не буду их открывать. Ладно, давай, может нормальный. Может нормально откроется. Не будем с ним долго мучиться. Кто там тачка ждет? Блин, нахер ты это говно зеленое взял? Сломай сразу. Да хотя вот этот, в принципе, тоже надо сломать. Средневековый меч. Так, ну что, все. Так, это открываются ворота? Нет. Так, а здесь я был? Похоже, не был. Пластик. Ничего нового. Металлические детали. Ну что, машинка? Вот и я. Вернитесь к хану. Ёпта, ну что-то такое лютое это. Стоп. Кан, ты там? Кан. Куда ехать-то, ёпта? Ну точно не в гору. Друганы, здорово. Ты знаешь, что я хочу сделать? Заклинило управление. Все, пошли нахер. Надоели вы мне. Бать тут. И что, и куда? Все. Как выйти-то отсюда? Как выйти-то, ёптать? На какую отметку выходить-то? На Е я уселся, а на выйти как? Надо смотреть в настройках тогда. А, элементы управления. Назначение клавиш, движение, действие, инвентарь, быстрый выбор, другое, совместно, охотник, машина. Фары, выбраться на А. Надо подержать было подольше просто. Ну-ка, тут стоит полицейская машина, а тут стоит хрен какой-то. Пошел нахер, дай мне пошукать здесь. Блин. Но они еще похожи, это тоже такого. Как бы это. Ну я только же заш.
где-то рядом кто-то впереди, я слышу. Сука, бежит. Так, а это что такое было? Ничего, просто яд, что ли, от кого-то? Блин. Ну что за херня-то? Я надеюсь, там что-то стоящее. Ой, ёпта, ну все, поздняк, блядь, не успел. Не успел. А вот ты чё здесь сидишь? Там, сука, зомби сколько, а ты чё тут сидишь? Мудила. Где Кан? Ты ищешь Кана? Его нет. Думаю, они наконец попросили его уйти. Попросили уйти, да? Наставив дуло. И кто они? Они наконец сделали то, что моему отцу стоило сделать давным-давно. И вокруг стало сразу спокойно и тихо. Разве не так? Ты не ответила на вопрос. Конечно же нет. Ты здесь по той же причине, что и он. По той же, по какой нам не дают покоя бандиты. С чего бы нам тебе доверять? Должен же быть какой-то способ тебя убедить. Меня убеждать не надо. Мне плевать. Докажи остальным, что пришел давать, а не только брать. Кстати, меня зовут Зэгги. А я прочитал, у тебя над головой написано. А, Эсги, ёптать, Зэгги. Кайл Крейн, Эсги. Тогда хотя бы подскажи, в чем вы нуждаетесь. Думаю, тут я могу тебе помочь. Но помни, однажды попрошу об ответной услуге. Согласен. Недавно грунтовые воды загрязнились. Только представь реакцию людей, если ты вернешь им воду. Полагаю, ты знаешь, как это сделать? Да, знаю. Нужно зайти на территорию бандитов. Несколько добровольцев уже было, но обратно они не вернулись. И тебе туда лезть не советую, если жить надоело. А если надоело, иди вдоль трубы. Ох, спасибо за совет. Так, что тут еще? Спасибо за совет, Эсги. Но когда ты сказала, они попросили его уйти, ты ведь имела в виду не тех, кто живет здесь, так? Нет, эти люди никогда ничего не делают. Они несколько месяцев не могли прогнать Кана. С чего бы им сделать это сейчас? Ты увидел. А я не уверена, что ты его заслуживаешь. Изгонять кого-то только потому, что он был грубияном, по-моему, это мало жестоко. Возможно. Но от орды бандитов, зомби и черт знает каких еще опасностей, нас защищает лишь хлипкая стена. Один болтун способен погубить нас всех. Нежели тебе неужели тебе наплевать? Он ведь погибнет, если не успеет найти укрытие. Ой, да ладно. Ты ведь городской и знаком с такими, как Кан, верно? Они всегда найдут укрытие. Они с мертвецом торгуются, если это поможет спасти шкуру. Ты еще хочешь что-то сказать? Почему вы спорили с отцом? Бессмысленно. И все же только ты согласилась поговорить со мной. Я могу понять их точку зрения, но разве я обязан соглашаться с их методами? И вы были предпочли, чтобы я просто ушел? Ну нет, пойми, эти люди привыкли к тому, что о них кто-то заботится. Все благодаря матери и ее слугам. Слугам? Просто помогай людям, понял? Сделай что-нибудь примечательное, и скоро сам все поймешь. Все, больше ты не хочешь со мной разговаривать, наконец-то. Утомила ты меня. Так, больше со мной никто базарить не хотит здесь, да? Не хотит. Так, тайник игрока. Че у меня там лежит-то? Экспалибур, да? Экспалибур лежит. Пистолет Райса. Давай мы тебя выложим. Несмотря на то, что ты такой офигенный. Острый серп. Ты двуручный или одноручный? Вот что интересно мне. Вот что мне интересно. Двуручный или одноручный? Тут, по сути, если это безопасная зона, тут нечего взять. Да, да.
Окей. Что ж, начало, в принципе, довольно очень такое интересное, эмоциональное, бодрящее. Так, вы ушли, да? Скажу, я все-таки хочу попробовать эту открыть. Я все-таки хочу попробовать открыть эту машину. Да где ты, ёптать? А вот. Что-то тут нашел. Есть. За вот этим синим хашпешем я тебя открывал, да? Чудесно. Че здесь? Так, здесь пока нету, никого не видно, не слышно. Нормальный взлом. Ладно, хоть нормальный, то радует. Нормально, что нормальный. Опачки и опачки. Так. О! Стоял такой, ёптать. Откуда-то прям из-под земли вырос. Кабан, иди сюда. На. Все. Ой, вы откуда тут понабежали? Ой, подожди, вот есть дроп. Так, ладно. Эти машинки я вскрыл. Зайдем в безопасную зону. Я предлагаю на сегодня закончить знакомство с фолловингом. Продолжим с вами в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. И всем пока, и до новых встреч.